В пятницу 3 августа текстильщик провел матч третьего тура первенства России. В Санкт-Петербурге наша команда встретилась с дебютантом второго дивизиона командой «Русь». Счет встречи был открыт уже на 8-й минуте, когда Максим Царев головой послал мяч в ворота соперника. На протяжении всего последующего матча питерцы пытались сравнять счет, но безуспешно. За несколько минут до финального свистка ивановцы забили второй гол. Итоговый счет игры 2-0 в пользу текстильщика. Это уже третья подряд победа в начавшемся сезоне. Причем все они были одержаны в сухую. В результате ивановский клуб без поражений и пропущенных мячей единолично возглавляет турнирную таблицу.